Всем привет, меня зовут Станислав, и это видео снято специально для канала Алкофан. Сегодня мы поговорим о том, как правильно измерять спиртуозность в растворах. Итак, для начала немного теории. Ориометры делятся на несколько типов. Оптические, цифровые и вот такого поплавкового типа. Принцип их действия заключается в том, что они измеряют плотность жидкости при определенной температуре. Вот здесь находится свинцовая дробь, залитая. И все измерения производятся при температуре 20 градусов. Значит, как это происходит? Мы наливаем жидкость. Обязательно чистую. Сейчас объясню почему. Охлаждаем ее до 20 градусов. И производим замер. Ждем, когда реометр успокоится. Вот у нас получилось 97 градусов. Итак, классическую ошибку, которую допускают самогонщики, это измерение жидкости вместе с примесями. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что замеры спиртуозности будут неточными. Примеси могут быть совершенно различного типа. Это танины от дуба, соки, ну, то есть плодово-ягодные, сахара, которые добавляются в настойки. То есть данным ориометром мы можем померить только чистую прозрачную жидкость. Ну, или сортировку и прочие растворы. На этом все. Подписывайтесь на канал Алкофан. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка на него будет в описании к видео. Пока!